В Одинцовском городском округе продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сегодня в нем трудится более 50 человек. Это активные жители муниципалитета, общественники, депутаты окружного совета депутатов, молодогвардейцы и члены молодежного парламента. С 19 октября на горячую линию местного штаба «Единой России» поступило 280 заявок. Ежедневно волонтеры доставляют жителям продукты и лекарства, рассказал секретарь местного отделения партии, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Также они помогают медицинским учреждениям, на которые в связи с пандемией легла колоссальная нагрузка. За свой счет активисты центра приобрели более 10 тысяч средств индивидуальной защиты, перчаток и медицинских масок.